Испанский полуанклав Сеута, расположенный в Северной Африке, окружен 8-километровым забором. Его начали строить в 2000 году. С тех пор удвоили, укрепили, оборудовали детекторами, вооружили небольшими бритвенными лезвиями. Все это, чтобы не впускать на испанскую территорию нелегальных мигрантов. Объект патрулирует гражданская гвардия. Высота ограждения 6 метров, говорит пресс-секретарь гвардии Альфонсо Крузадо. У них есть внешняя сенсорная система, соединенная с центральной диспетчерской, где мы можем обнаружить любую попытку вторжения. Есть также система камер. И все же некоторым мигрантам удается перелезть в Сеуту или добраться вплавь. Их не отправляют обратно, а приветствуют и размещают в лагере временного содержания. Директор признал, что он переполнен. В нашем центре 512 мест, а ночует здесь сейчас 890 человек, сказал Хосе Мануэль Дюран. Мы вынуждены больше разбираться с такой теснотой, чем заниматься с иммигрантами. В лагере они ждут, когда полиция установит их личность и решит, куда направить их дальше. Гвинейцы вспоминают свое долгое путешествие из Конакри через пустыню, Алжир, Марокко, но самым опасным было перебраться через забор. Люди получали ранения, страдали от боли и от своих увечий, говорит Ямуса. У меня порезы по всему телу, сильно повреждена нога. Это было немного трудно, даже слишком трудно. Испания имеет соглашение о реадмиссии с 5 африканскими странами, включая Марокко. Они ведут совместное наблюдение за границами. Сотрудница неправительственной организации, которая работает с прибывающими в Сеуту мигрантами, говорит, что за это сотрудничество приходится дорого платить. Марокко пользуется своим стратегическим местоположением, чтобы получать много привилегий и денег от Евросоюза, сказала Паоло Доминго. Когда она хочет получить что-то еще, она делает вид, что открывает границу. Рабат запросил у Брюсселя 130 миллионов евро на борьбу с незаконной миграцией. Мадрид поддержал эту просьбу. Корреспондент Евроньюс Анна Лосаро передает. Система наблюдения, созданная Испанией в Сеуте, тщательно изучается в Евросоюзе. Она может быть взята на вооружение в рамках новой политики по регулированию миграции, которая должна быть принята на уровне ЕС.